привет, вы на канале Мурмял, и сегодня мы играем уже в пятую серию Man of Medan Dark Pictures. Кому интересно, усаживайся поудобней и поехали смотреть. Где Конрад? Наверное, ушел вперед. Кони! Эй, Конрад! Эй, Конрад! Черт, куда он делся? Ой, опять крыска миленькая. Ну, я помню те моменты в прошлой серии. Кто не смотрел, посмотрите обязательно. Как эта крыска потом испугала нас. Куда мы идем? Не твое дело. Так, опять нас куда-то нашу флис ведут. Это вот опасно, надеюсь. Скажи, куда мы, блин, идем? Просто в какую-то каюту. И молчит же, не говорит. Не мое дело, и все. Что ж он так медленно там идет? О, что я нашла? Ключ. Эй! Назад! Не трогай! С чего это вдруг? Слышишь, вообще наглость. Я бы могла тебя этим ключом просто прибить и все. Делаешь, что он говорит, да? Так, тут вроде бы как ничего нельзя потрогать и взять тоже. Проходим, значит, дальше. Но он опасный, он с пистолетом. А мне ключ взять не дал. Стой. А что ж такое? Сам очканул тут и все? Перепух, переляг? Так, давай в эту комнату пойдем. Может, мы ему тут какие-то ходы запутаем, и нам станет от этого легче? Так. Вроде бы... А, пришли. Ладно, хватит! Выходите! Черт! Гребаный корабль проклят. Он что, хотел побороться с этой кучей мешков, получается? Ну, в принципе, тоже подумал, что тут человек сидит. Оказывается, нет. Оказывается, просто фуражка висела на куче мешков. Так. Посмотри. Медан. Ого! Это, по-моему, название корабля. Если я не ошибаюсь. Что это за шум? Что ты имеешь в виду? Замолчи, не хочу ничего слышать. Олсен! Так отпусти меня и все. Ох, вот это вот опасно было. Если это поток горячего воздуха, могло лицо ошпарить только так. Вовремя наша флис прошла. И не задела ее. Не делай этого, прошу. Боже! Боже, о боже, вот этот парень сейчас здесь, с нами, умер на корабле, там и остаешься. Да ну, бред какой ты несешь. Я думаю, этот сопровождающий ничего со мной точно не сделает. Подевались твои друзья. Я не знаю, что за херня тут творится, но нам нужно найти Олсена. Срочно!
принципе, ничего нового мы тут не увидели. Труп и труп лежит. Конечно, был замучен, наверное, какой-то ужасной смертью, потому что неестественное у него лицо и поза. Ольсен! Мерд! Qu'est-ce que tu fais? Перепуганный ходит. Я же говорю, он нам ничего не сделает, абсолютно. Он просто прикрывается мной, чтобы ему так страшно тут не было. Так что я теперь его не боюсь. Ого. А тут кто-то есть. Не дал картину посмотреть. Это что ж такое? Такой агрессивный, нервный весь. C'est quoi ce bordel? Что происходит? Что за хрень? Кого он там застрелил? Мы пошли посмотрим. Конечно, страшно, но надо посмотреть. Идем. Ага, фонарик от него остался. Что, конечно, ужасно. И где сам он пропал? О, давай картину посмотрим. Раз он тогда нам не дал посмотреть, посмотрим сейчас. Какие-то души ходят лицом к лицу. Так, выламывай. Ты это сможешь. Еще раз, давай, не получилось. Если бы он знал вот этот момент, я думала, он бы точно дальше прошел. Есть тут кто? Надеюсь, никого. Живого, надеюсь, никого. Ну и душ тоже мертвых я не хотела бы встретить. Вот это непонятно, какие-то чудища или кто это такие. Только своих ребят. Своих ребят. Не к добру все это. Говорит, не к добру это все, и пошла туда прыгнула. Отлично, молодец, Флис. Так держать. Так, там что, за столом кто-то лежит или сидит? Или мне то просто кажется? А давай посмотрим, что-то тут мигает. Да, кто-то лежит все-таки на столе. Господи, что здесь произошло? Очередные жетончики. Чарльз. Отлично, его данные. Так, туда. Что это было? Я даже не сообразила. Нахрен, что за сучий день? Черт. А вот и Брэд. Ладно, так, погнали. Выспался, дорогуша. Выше нас. Давай же, мать твою, не тусь. Ну же. Так, ладно, короче, давай. Цепляйся.
Соберись, тряпка. Давай, выше нос. Встряхнись. Погнали. Вот дерьмо. Да, Брэд, ты проспал все самое интересное, как твоих друзей, коллег позабирали, непонятно куда высадили, а тут появился и пришел сам в этот ужас. И теперь еще и возмущается, что это полное дерьмо. Так, что это у нас за расписание? Ага, караульная служба, отлично. Все отмечались, а когда им надо, кто караулил. Вроде бы все на месте были. Кто там? Алло, кто это был? Эй, кто здесь? Это очень плохо. Да, ты только сейчас в это пришел, а мы уже в этом варимся вторую серию. Так, ну там дальше прохода я не вижу. Пошли, наверное, в эту сторону. Пока более-менее спокойно относительно. О, тут что-то светится. А ну пошли там заберем. Посмотрим. Браслетик. Браслет Джулии. Они здесь были. Отлично. Они здесь были. Ну все, напал он на след Джули. А дверь заперта. Да, все-таки закрыто. Идем попробуем, значит, в другую сторону. Вскрыть, я так понимаю, эту дверь он не может. Значит, попробуем. Тут тоже какая-то дверь была, на этой стороне посмотрим. Надеюсь, она хоть открыта, или ты хоть соизволишь ее вскрыть. Ну, давай, быстрее. Пока ничего не случилось в этой комнате. Тут находиться тоже очень опасно. Ого! Смотри, сколько этого зеленого дыма. Ох, ну этот дым, я смотрю, очень опасный. Все, кто его нюхает, потом происходят какие-то ужасные вещи. А он прям попал в этот эпизод самый ужасный, когда этот дым уже распространился по этим комнатам. А люди начали закрывать двери, чтобы он дальше не прошел по кораблю. Так, ну тут закрыто. Кто-то щелкает дверями. Наверное, пытаются закрыть двери, чтобы этот дым дальше не пошел. А он так спокойно ходит, трогает двери. Ну, а и закрыто, пошли дальше. Что это за пятна кровавые? Ну, кровь старая. Ага, такая-то записка была, что драка произошла и все дела, отлично. Доклад. Или донос. Ну, тут что, хода дальше нет. Ага, комнатка маленькая, думала, дальше будет проход. А куда же нам тогда идти? Та дверь закрыта, тут комнатка тупик оказалась. Святая Матерь Божья! Что здесь произошло? Да, судя по их позе, они сами испугались того, кто в эту комнату зашел, потому что они, бедные, были загнаны в угол. Пехота США, 14-я дивизия. Значок пехотинца было. Да, смотрите, они все бедные испуганы, друг за друга держатся. Что-то, конечно, ужасное было в этой комнате. Я даже не хочу представлять. Эй,
Опа-на. Черт. О, супер. Отлично, зашибись. Тут тоже что-то происходит. Так, мне уже страшно, мне очень страшно. Пожалуйста, не надо этого делать, я тебя прошу. И что? Да в жопу все это. Фу! Бог ты мой, опять меня испугало это все. Я не хочу больше играть. Я обещаю, больше я не играю в эти игры. Окончательно. Какие-то плакаты агитационные. Что солдат должен идти вперед. Все дела, солдат победа. Так, тут что с противогазами. Значит, они знали про этот яд что-то. Может, они там. Просто так я туда не заберусь. Так, надо что-то подвинуть. О, смотрите, какой-то ящик хороший. Давай подвинем его, посмотрим. Давай, толкай. Надеюсь, из твоего ящика точно ничего не выпадет. Ну все. Я в этой комнате. Что ты тут хотел увидеть? Алекс? Джулия? Эй! Ага, он Алекса и Джулию хотел бы увидеть. Ну, дорогой, думаю, ты так быстро их точно не увидишь тут. Какая-то раздаточная комната, непонятно. Чьи постирочная, чьи какая-то приемная. Опять видение, но уже какой-то вертолет. Надежде некуда. Угу. Ну, с этим я не понимаю. Это будут меня с вертолета, наверное, спасать? В будущем с этого корабля или как? Или на вертолете прилежали вот эти вот солдаты. Точно, это может быть про солдат, которые потом тут и погибли. Так, кто-то их в тупики загоняет. За ними двери закрываются. И назад уже выйти точно нельзя. Так. Пошли вперед. Потихонечку, потихонечку. Тут все такое обваленное, конечно, разрушено. Скелеты. 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 Скелеты? Ты как вроде первый раз этих скелетов видишь. Ну, скелеты и скелеты. Куда она делась? Вас не должно здесь быть. И я не должен вас видеть. Ну, кожа уже засохла, по ней видно, что они не голые скелеты. Опять ключ монтировочный этот. Ага, ключ он себе взял, оставил на всякие пожарные, отлично. Похоже, какие-то разборки. Да, что странное было. Алекс? Джулия? Ох, твою мать! Видели перед тем, как он прыгает, там какой-то мужик в шляпе стоял? Кто не видел, промотайте назад, посмотрите. Ой, боже, у меня аж мурашки по телу пошли. Это, конечно,
напряженная игра, держит себя в напряжении прям всю игру, непонятно в какой момент что может вылезти. Вот эта повернутая голова скелета на меня особо не испугала. Но вот тут мужик, стоящий в шляпе, который нам рассказывает историю, кстати, на него очень сильно похож он. Реально я его видела. Кто видел? Кто это видел? Походу уже и Флис наша нанюхалась того дыма зеленого. Уже все она видит, всем мерещится. Что тут происходит? Так, что это у нее? Кусочек пули, наверное, да? Ну, вот эти души зеленые, что она видит, привидение, это, конечно, уже точно от дыма этого. Что это? Ух ты, мол, убегай давай. Да, она уже полностью нанюхалась, это 100%. Вырывайся, вырывайся. Ты сможешь, давай, девочка. Они прям энергию истощают ее, ужасно. И все, смотрите. Как она перестала сопротивляться, поддаваться ихним этим типа чарам. Они пропали. Ух ты. Наверное, самое красивое место на этом корабле. Куда ничего не дошло еще. Тут спокойно, тихо, смотрите, все чистенько, аккуратненько. Правда, свечи еще горят. Ой, это страшно. Это страшно в такой пустоте. Она еще музыку пытается играть. Надеюсь, тут больше ничего не выскочит. Здесь что-то. Пока спокойно и тихо относительно. Вот какая-то комнатка открытая. Идем посмотрим, что там. Давай, Флис, соберись. Ага, это якобы закулисная, которая открывает все виденное и невиданное красоты за шторами. Отлично. Открыла, а там гроб стоит. Я этого точно не хотела видеть. Слишком странно. Ну. И что, ты пойдешь этот гроб будешь трогать? Скажи, что нет, Флис. Не надо, я тебя прошу. Я готова там увидеть все самое ужасное. Ого! Полный гроб крови был. Кровь там, ужас. О, ты вышла на улицу. Можно спрыгивать за палубу и плыть отсюда, плыть по океану этому. Это же, я думаю, не так опасно, как находиться в этом корабле. И вообще непонятно, будет ли дорога назад потом. Что ты делаешь? Зачем ты это сделала, Флис? Смотрите, комната изменилась. Абсолютно из красоты такой стало все ужасно. И гроб поменялся даже. Почему это случилось? Или она опять под этим дымом зеленым? А, или, ребята, она вдохнула, наверное, свежего воздуха только что
на палубе. И она теперь увидела реалии этого, этой каюты, этой палубы. А до этого было, значит, приукрашено это все. Это все было ей казалось, что так красиво. Но я это так предполагаю. Да, смотрите, полный гроб вот этого мешков зеленых. А там, походу, вот этот сам яд. Что, все, дороги туда больше нету? Смотрите, Брэд. А? Брэд. А? Эй, Брэд. Что ты? Что с тобой? Ты что делаешь? Ой. Боже мой, фу. Я не успела нажать эту кнопку. Мы что, уже потеряли Флис? Это что, наша первая потеря? Получается, да. Вот такое, ребята, у нас окончание нашей этой пятой серии. Конечно, мало приятное, но у нас остается еще 4 человека, которых мы обязательно должны спасти. Что бы ни стало, я это сделаю. А кому понравилось, обязательно ставьте лайки, подписывайтесь на канал, про колокольчик не забываем. Всем до встречи, всем пока. С вами была ваша Мурмяу.